Добрый день, дорогие мои подписчики и гости моего канала, и кто иногда заглядывает на мой канал, на канале «Томаты больше, чем любовь» Светлана Чернова. Правда, когда я показывала свои растишки, говорила, за через недельки две, наверное, буду показывать, отчитываться. Вот прошло 5 дней, я 3-го перевалила их, сегодня 8-е. Но ролик, наверное, не сегодня, не 8-го, как получится, как говорится, поставить. Но показываю, что, какие изменения. Вот за 5 дней. Вот у этого росточек, вот он у меня вытянулся, а вот уже ножка толстеть начала. И пораньше я его перевалила. И вот тут у меня 2 томата одинаковых сорт. И вот посмотрите, после перевалки уже еще один листочек появился. Сегодня у меня, говорит оператор, высохнет, наверное. Я говорю, 5 дней только прошло. Не томат, говорит, огурец. Ну, у меня на языке только одни томаты. И вот хочу сравнить. Вот он таблеточки растет. Он так быстро пересыхает. Вот уже корешки, если видно, вот тут корешки, корешки. И мне рекомендовали, углубляйте, заглубляйте. Я, конечно, сейчас еще один возьму. Они тоже как вот растишки. Так, пока вот оператор показывает, я забыла их поставить. Да, что-то еще не дошло, как говорится, время. А все же, какие изменения быстро происходят, хочу сказать, после как перевалки. Ну, я, естественно, их, они так и у меня вытянутые были. Прямо до семиодольных листьев я их посадила. Но они, огурцы, все растут, им вверх, вверх. И вот уже 2 настоящих листочка, и уже еще один листочек выходит. То есть я их пока не поливала, не подкармливала, ничего не делала. Потому что после перевалки это тоже стресс. И вот хочу показать, вот те же самые, они все одинаково были. Вот сравниваем то, что осталось, пока я его думаю, куда этот будет один так и расти. Этот огурец, ну, наверное, это емкость 5 литров, может и больше. Но 5-6 литров. Это вот у меня, наверное, 2-3 литра, возможно. Очень удобно, у меня таких 2 горшка, я их вот так ставлю, вот так вот. Это для настенного, конечно. И вот, видите, то же самое, одно и то же самое. Они тоже какие вытянутые были, эти огурчики мои. Вот. Через несколько дней их первая подкормка будет. Ну, а вот это в бедолагу уже немедленно надо куда-нибудь перевалить. И естественно, вот в этих таблетках их очень долго держать не надо. Проклюнулся один листочек настоящий, и сразу же надо перевалить. Вот это уже постоянное место, он будет расти. Они у меня сейчас темные дни под фитолампой стояли. Ну, под фитолампой только после перевалки, 3 дня. Первое время никак мы их не достали, просто так подсвечивали простой лампой. И вот разница на виду. То есть вот эти все, они одинаковые были. Эти я решила по 2 посадить. Теперь думаю, этот сюда посадишь, он этот будет подавлять. Придется найти горшочек. А этот вот тоже заглубленно был посажен. Теперь не перевалить его, ничего. Но придется, как говорится, окучивать его. И больно и не окучишь. Скорее всего, что буду делать? Поставлю какую-нибудь посуду. И прямо, чтобы не вываливалось, да, как почву положу. То есть, если моя вина, огурец же не виноват. Всегда хозяин виноват с растишками. Вот такие растишки у меня. Ну, пока, наверное, через 10 дней покажу, что они будут, как они у меня будут расти. Как у вас растут растения для комнаты, для балкона. Пока-пока.